Сегодня я буду готовить кашу киноа на завтрак. Это будет, должна быть как бы легкий завтрак, но в то же время я хочу сделать со шкварками. Уже получается не легкий завтрак, но мне нужно немножечко, так сказать, протеина. Сегодня я покажу вам, как варить кашу киноа. В прошлый раз я варила кашу на томленых вяленых томатах. А сейчас я хочу сделать кашу со шкварками. Это будет опять каша на завтрак. Значит, вот это крупа киноа. И я взяла пол-литра воды и полстаканчика каши. Вот я специально сделала поближе, чтобы посмотреть, как выглядит эта каша. Вода почти закипает, поэтому я начну засыпать кашу. Я добавила немножко воду оливкового масла. Оно всегда смягчает и делает воду и делает кашу вкуснее. Ну, вот уже засыпаем кашку. Вот пусть и варится. В конце я вам скажу точно, сколько она будет вариться. Сейчас у меня стоит на высокой температуре. Я начну сначала на высокой, а потом немножечко снижу огонь. Как любая каша, зерно должно хорошо развариться, поэтому я предпочитаю ее варить не меньше 15-20 минут. Вот сейчас каша стоит на большом огне. При таком кипении вода быстро выкипит и каша не успеет развариться, поэтому все-таки я снижу огонь. Как выглядит каша через 10 минут? На небольшом огне, вот небольшой огонечек, не самый маленький. То есть она быстренько выкипает, вода. Ну вот кашка киноа и готова. Осталось приготовить только шкварки. Нагреваем сковородку. Ну и забрасываем эти шкварки на не очень горячую сковородку, чтобы они растопились сами. И потом добавим кашу туда. Но я считаю, что шкварки или бекон уже готов. И теперь я прямо сюда накладываю кашку. Для завтрака нам необходимо всего лишь 170 грамм каши. Поэтому это будет достаточно. Аккуратненько перемешиваем шкварки и кашу. Перекладываем кашу в относительно глубокую тарелочку, чтобы она сохраняла тепло, и ее можно кушать. Такая кашка очень полезна, она содержит очень много питательных веществ, а бекон добавит немного протеина к вашему завтраку. Приятного вам аппетита!